Алексей Николаевич, я очень рад, что вы достигаете очередных рубежей, в том числе и в своем возрасте, который всегда останется молодым. Я много лет знаю вас по работе в области, уверен, что область представлена в том числе и вами на федеральном уровне во всей нашей стране. Это всегда был спокойный, четкий, трезвый и оптимистичный стиль руководства. Уверен, что еще многое нам предстоит сделать вместе. Удачи, спасибо, поздравляю. Глубокоуважаемый Алексей Николаевич, поздравляем вас с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни. И самое главное, продолжать то великое дело, которое вы делаете для детей Калининградской области, потому что с вами они получают уверенный взгляд в будущее и большие перспективы. Уважаемый Алексей Николаевич, позвольте поздравить вас от всей души с юбилеем. Поблагодарить вас за те возможности, которые вы даете молодым ученым в деле развития будущего наших детей. Уважаемый Алексей Николаевич, от имени Всероссийского детского центра «Океан», всего педагогического коллектива и от себя лично хочу поздравить вас с замечательным праздником, с вашим юбилеем. То, что сегодня вы делаете, оно очень полезно для наших детей. Желаю от всего сердца вам успехов, здоровья, счастья в труде, огромного человеческого доброго отношения к себе со стороны самого главного нашего будущего, со стороны наших детей. С днем рождения, с юбилеем! Уважаемый Алексей Николаевич, разрешите от всего сердца поздравить вас с юбилеем, пожелать благополучия, здоровья вам, вашим близким и, главное, удачи на вашем служебном поприще. С праздником! Дорогой Алексей Николаевич, символично, что ваш юбилей пришелся на юбилейный для нашей космонавтики год. Вы человек космоса, человек, который создает новое, который созидает, несмотря ни на какие самые сложные обстоятельства жизни. От своего имени, от имени всех своих коллег и друзей, всех, кто является частью Калининградского образовательного сообщества и образовательного сообщества России, поздравляю вас с днем рождения. Пусть у вас всегда получается все, что вы задумали. Пусть все ваши начинания завершаются такими же успехами, как до сих пор.